Красота! Мы в одном из самых красивых городов Аргентины. Называется Пико Транкадо. Трункадо, пардон. С моим произношением, конечно, лучше по-испански не говорить, я понимаю. Тут Пико Транкадо. Есть такое место тусовочное, тут тусуется молодежь по вечерам. Бывшая железнодорожная станция, разводная. Вот мы видим фрагменты рельсов. Вон там переключательный кран, стрелка. Штуковина, которая поворачивает локомотив. Чудесные бетонные дорожки. Это единственное, наверное, ровное покрытие вообще во всем городе. Поэтому очень приятно идти. Жители подходят очень, как сказать, артистично к оформлению города. И мы можем видеть красиво украшенные пакеты на колючки. Цветными? Цветные пакеты, целлофановые. Жители думают о красоте, причем как бы не на короткий срок, а на длительное время. Бумажные пакеты очень быстро бы улетели или разложились бы, а целлофановые прослужат еще очень долго. Еще здесь любят украшать все пластиковыми бутылками и алюминиевыми банками, потому что когда алюминиевые банки катятся на ветру, они создают особенный звук, потому что Пико Транкадо – это город тоннель ветра. Вот, очень красиво, наслаждаемся. Дыни нашли. This is where you live, it's where you live. I forgot the things that I could find. I have not been in here for years. Hi, 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 hi. I climbed the stairs that hide beneath the vine. I walk through the overgrowth of time, up to where we sat in clouds of smoke, up to when we swam in pools of hope. Hi, 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 still around, yeah, all the while I'm looking for your half smile or something that will show me, ooh, that
starts to crack, and this is where we fell. It's where. Ой, смотри, перышко. Где? Вау. Думаешь? Написано Охаде Линбифолиум. Мы находимся в Боске Петрификада в Аргентине. Это третий Боске Петрификада, который мы посетили. И все они впечатляющие, и он сам смотри, тоже впечатляющий. Смотри, нет снимка 8. Это типа фаланга пальца динозавра. Ух ты. Класс. Тоже окаменелая. Один из нас парков был в Штатах, другой в Эквадоре, и вот третий по величине, наверное, второй. И здесь есть окаменелые деревья, и здесь их можно трогать. Здесь, в музее. Ох, как красиво. Следы араукария, веточки. Я не вижу прям дырки туда. А еще тоже, смотри, тут вот еще тоже следы. А, шишки типа тоже, да? Почки. Мауэса. Este, lo que le da el color naranja es óxido de hierro. Y el color negro es manganeso. Мы находимся на плаще Дородищо, на плае Дородио, и тут находится вместе с нами прямо киты, вот, прямо у берега, вон он плывет под водой. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
could still see where the water was in a line at the top of the chimney bricks. Sometimes something so broken can never be fixed. So we saved a few things that were spare and brought it to the ground. You always build it better the second time around. Past the place where we used to live, where you said you never wanted kids. Sometimes something so broken.